Сан-Джан рискует сжечь себя, чтобы спасти Каврука, который исчезает у него на руках. Пока Каврук колеблется между жизнью и смертью, Санкар также потрясен тем, что случилось с Мави. Риск, на который пойдет Мави ради спасения Санкара, разобьет сердце Санкара и разожжет новый конфликт. Хотя Зихра испытывает самую большую боль в своей жизни из-за новостей о Кавруке, она решает занять более решительную позицию, чем когда-либо. Хотя все, кроме Халиси, стараются быть рядом с ним, его самым большим сторонником в этом отношении снова будет Санджар. Халиси, чей авторитет игнорируется, продолжает терпеть поражение, пытаясь контролировать всех своих детей, которые доставляют ей неприятности. Поскольку с каждым днем он становится все более беспощадным человеком, его выбрасывают на гораздо более опасный путь. Возобновленному сотрудничеству Сидата и Гювина нанесен сильный удар из-за плана Санджара. По этой причине они рассматривают возможность пополнения своих рядов еще одним невероятным человеком. С другой стороны, Сидат предлагает Гювину план, который заставит дьявола позавидовать. В особняке совсем другой азарт. Организация, где собираются все желающие оставить плохие дни позади, также раскроет некоторые тайны. Санджар внезапно оказывается в бегах, разгадав ужасный план Сидата. Что дает ему самую большую силу, так это безоговорочная вера Мави в его невиновность. Хотя Мави пытается не допустить, чтобы эта ситуация затронула Мелик, она также делает все возможное, чтобы раскрыть правду. Сидат, попавший в больницу, борется за свою жизнь, не подозревая о плане Гювина. Гювин решает повернуть ситуацию в свою пользу и взять все под контроль. То, что они делают, чтобы найти Санкара, повредит другим жизням. Благодаря реакции Яхи, Элван берет на себя большую ответственность за свой жизненный выбор. В великом противостоянии, которое ему предстоит пережить впоследствии, он сбрасывает с плеч бремя прошлого. Тем временем сомнение, посеянное в сознании Бары, повергнет его в новую панику. Хотя всякая надежда на Санкара пропала, Мави готова отказаться от всего ради спасения Санкара. И Санкар, и Мави окажутся на грани принятия решений, которые приведут к их собственному уничтожению из-за давления, в котором они оказались. Арест Халиси после того, как Яхья покинул свадебный стол, произвел в особняке эффект разорвавшейся бомбы. Пока Санджар пытается понять причину ареста своей матери, он также пытается уберечь Мави от Сидата. Он узнает внутреннюю правду произошедшего от Яхи. Несмотря на то, что два брата изо всех сил пытаются вызволить Халиси, они полны решимости сохранить то же отношение, которое они заняли по отношению к своей матери. Мави неожиданно создает для себя маленький мир, чтобы защитить Мелик от всех бедствий и негатива, происходящих снаружи. Причем сделает это вместе, которое удивит Санджара. Дуду не может поверить в то, что она переживает, и продолжает создавать кризис в особняке своей болью. Яхья, с другой стороны, пытается поговорить с Элваном, преследуя большое сожаление. Хотя Элван открывает для себя совершенно другого Элвана благодаря Боре, она потрясена тем, что узнает одно за другим, как только входит в особняк. Сидат же продолжает атаковать, не сбавляя скорости, и оставляет еще одну бомбу на коленях Санджара. Пока Санкара продолжают проходить испытания в том же месте, постепенно раскрываются другие тайны из прошлого Мави. В конце концов, жизнь каждого превратится в кошмар из-за вышедшего из-под контроля гнева Сидата. Прежде чем Мави сможет насладиться браком с Санкаром, ее бывший муж Сидат нападает на нее, как в кошмаре. Пытаясь избавиться от ран прошлого, Мави становится все более замкнутой и начинает сомневаться в своем доверии к Санкару. Санджар снова и снова сталкивается с одними и теми же вопросами и сомнениями. Несмотря на то, что его сердце, пытающееся защитить Мави, достаточно сильно, чтобы пережить этот огонь, его борьба с разумом продолжается. Пока подготовка к свадьбе Яхи и Дуду идет полным ходом, Яхи мысленно преследует вопросительные знаки. С другой стороны, у Эльвана происходит неожиданный разговор с Халиси, которую он знает как свою мать. Он не решается взять за руку Бору, которая протягивает ему руку, когда он чувствует, что он совсем один. Гювин находит новых товарищей по игре после того, как пропустил последний гол Санджара и заполучил Мелик. На этот раз он вступает в гораздо более опасную и неконтролируемую игру. Когда для Яхи и Дуду наступит важный день, всех ждут интересные сюрпризы. Для семьи Феоглу это будет незабываемый день свадьбы. Когда Мави похищает Мелик, между ними начинает формироваться совершенно другая связь.
С другой стороны, отсутствие Мелик приводит Санджара и Гювина в сильную панику и обостряет напряжение между ними. Дуду пытается оправдаться в глазах Яхи ложью, которую она перечисляет одну за другой, но недоверие между ними глубоко повлияло на Яхию. Неожиданное вмешательство Халиси удивит и Дуду, и Яхию. В то время как Санджар продолжает изо всех сил бороться за опеку над своей дочерью, связываются с очень важным свидетелем. Благодаря этой информации, которая не ускользнула от его радара, Гювин засучил рукава, чтобы разрушить все надежды Санджара. Пока Эльван пытается справиться с бурями в своем сердце, он заставляет Гюльсии поделиться своей тайной. Элван, удивленная неожиданным гостем, пришедшим в магазин, делает радикальный шаг в своих отношениях с Борой. Пока Мави и Мелик проводят время вместе, к которым присоединяется Санкар, постепенно раскрываются тайны прошлого Мави. Настоящее путешествие Санкара и Мави начинается с того, что они прислушиваются к своим сердцам, Санкару предстоит пройти огромное испытание, которое ему предстоит пройти. Насильственное похищение Мелик делает несчастными всех, особенно Санджара. Охваченный отчаянием, Санджар начинает изо всех сил бороться, чтобы вернуть дочь и получить опеку. Однако самым главным, что определит окончательное решение, станет отчет социальных служб. Услышав о случившемся, Мави поддается эмоциям и отправляется к Санкару. Не в силах простить себя, Санджар противостоит Мави благодаря правде, которую он узнал. Пока Мави борется с призраками прошлого из-за случившегося, она также стоит рядом с Санкаром в его нынешней битве. Боль сделает их ближе, чем когда-либо. Гювин пытается произвести впечатление фальшивым и лишенным любви порядком, который он создал для Мелик. Жители Канака в раскаянии спешат привести себя в порядок, чтобы Мелик мог вернуться. Пока Мелик проходит различные испытания в этой новой жизни, предложенной ей, она пытается выжить ради своего отца. В то время как Санджару приходится держаться подальше от Гювин, чтобы не потерять полностью свою дочь, Мелик отправляется в приключение, полное сюрпризов, благодаря тому, кого она никогда не ожидала. На этот раз все будут шокированы развитием событий. Приезд Мелик к дедушке один заставляет Гювин попытаться превратить это в возможность. В особняке отсутствие Мелик создает серьезный кризис. Мави не оставит Санкара одного ни на мгновение, отправляясь на поиски дочери. Жизнь Дуду вот-вот превратится в ад из-за неожиданного гостя. Дуду начинает давить на Яхию, чтобы он снова почувствовал себя в безопасности. Халиси же все усложнит, когда узнает правду. Хотя Мави предлагает Санкару всю возможную поддержку в отношении Мелик, она не может не оказаться рядом с Мелик. В то время как между Мави и Мелик выстраивается тайная связь, Санджар полон решимости сделать все, чтобы быть хорошим для своей дочери. Мюги присоединяется к тем, кто протягивает ему руку помощи.